Так, ну что, друзья, еще раз всех приветствую. Я в Минском конфискате. Сейчас посмотрим, что тут по грузовикам у нас и спецтехники. Ну и мототехники, конечно. Volvo почему-то на приостановке с рефрижератором. Не вижу смысла ее смотреть. Сейчас быстренько пробежимся. Полуприцеп Krone SD. Год выпуска не установлен. 10 692 рубля. Ну, это такой, наверное, 90 кубовик. Запаска. Еще нормальная резина. Сзади двери. И со шторкой сверху. Ну, ребята, хороший прицеп за эти деньги. Ну да, там понятно, немножко надо его подшаманить. Ну, как для перевозчиков. То есть, в принципе, его можно в таком состоянии там цеплять к голове и отпускать сразу в какой-то рейс. Меньше, чем за 5000 долларов. Ну, странно, что там нету документа. Может, там где номер рамы сгнил или что-то такое. Так, это у нас ман с полуприцепом. Сразу в сцепке продается. 2006 года. 18463 модель. И цена, ребята, 37602 рубля. Это за сцепку целиком, еще раз повторяю. Ну, то есть это там где-то 15 тысяч долларов, даже чуть меньше. Запаска присутствует. Ну, тут немножко состояние прицепа похуже. Но тоже... Тоже 90 кубовик, тоже сверху со шторкой. Удобно очень грузить такие прицепы, если груз сверху можно поставить. Ну, немножко есть повреждения по бамперу в основном. Запаска даже на тягач есть. Резина. Так себе, вот это поинтереснее, конечно, прицеп. Ну да, тоже я думаю, что стандартный там 82 или 90 кубовик. Ну, 90 за счет высоты грузового пространства. Сколько там? 33, по-моему, европалета влазит. Европоддона. Так, идем дальше. Прицеп. Написано реализация на юробеспечении. Это такой для паровоза четырехосник. Еще один тягач. Это ман 18410 2003 года. 17010 рублей. То есть это только тягач продается. Пользуется, само собой, спросом. Это техника коммерческая. Тут плюс в чем, что тут как бы все это продается вместе цена с НДСом, то есть, грубо говоря, можно потом этот НДС зачесть. Это что-то непонятное. Хранение просто, бетономешалка. Вот, смотрите, уже Renault продано, написано. Renault премиум. Не установлен год выпуска, ну это, я думаю, что 10-й какой-то, может, вот. Неплохие, кстати, вот эти тягачи Renault. И в первую очередь, конечно, в силу своей цены. Моторы хорошие, тут экономичные. То есть, как бы у нас они не так, конечно, распространены, но в Европе на Renault этих ездят очень бодро. Цена была 16, ребята. У тягача 16300 рублей, блин. То есть 8000 долларов. Фигня. Еще один полуприцеп. Krone SDC27 2001 года. 12014 рублей. Тоже, походу, такой же, как те.
запаска имеется, ящик для инструмента. Что он тут открытый, закрытый, сейчас заглянем. Сзади двери. Ну да, они такие похожие, скажем так, все. Все похожи. Так, а это еще один полуприцеп. Тут уже без шторок. И это уже, наверное, просто стандартный 82 куба. Что-то как-то такое ощущение, что сильно как-то вперед оси смещены. Кёгель. Кёгель. Продано написано. 2008 год. 9936. Ну да, раскупают эту технику. Вот какой, ребята, смотрите. Скараб. Короче, дизельный. Спецтехника уборочная. 12312. Ну, что-то немецкое, походу, такое. А, рулька, кстати, справа. Куча кнопок, блин, там попробую разберись в этих кнопках. Короче, походу, автоматическая коробка. Хотя какая-то вот коробка. А что вот такой вот, видите, тут и пылесос, блин, там, и что там. Короче, из него, блин, какой купит, какой кулибин самоделкин. Сделает из него, блин, какой-то сельский трактор-грузовичок, блин. Прикольно будет. Ну, ценник, конечно, блин. 13 тысяч. Так, газель 18 года. 29052, бортовая, с дубль-кабиной. Ну, кстати, ничего, еще такая газель внутри. Ничего такая, относительно новая. Вот это уже газель такая подшатанная, 1263 рубля, пассажирская, ЛТ-46 на приостановке, Ford. Транзит, ценника нету. Это такой со спаркой сзади. Явно таксичка. Явно была таксичка. Мазурик. Мазидла. 64-22 2009 года. Дизельный 23-900. Ах, какой он уже весь. Блин, все. Все обсыпается. С него все сыпется. Да, вот смотрите как. Что значит, если не следить за машиной, не подкрашивать. Да, мазаете, блин, конечно. Чтобы они стоили еще 3 копейки, то ладно. Isuzu MIDI, мидия. Дизельный. 3159 рублей. Механика. Ну, блин, ребята, какие-то чехлы крутые такие под кожу. Да. С печкой, с каким феном там. Возило каких-то пассажиров. Транзит дизельный 3024 рубля 98 года. Пассажирский. Каравелла дизельная 2007 года. 13 818. Ну, такая подуставшая в салоне, конечно. И не только в салоне, тут по кузову, смотрите, какие вопросы по задним аркам, по задней крышке. Есть фаркоп. Тут сзади такое, типа, как грузовое что-то пространство сделали. С такими коцками. Короче, вся левая сторона тут притертая. Бампер, ну, в общем, вся покоцанная, поэтому и цена такая. Ну, зато это, наверное, макси-база, это каравелла. Самая длинная, которая. Так, УАЗ Буханка. 1469 рублей. Вот это что-то такое, чоппер какой-то. Мото-вездеход кустарного производства. Регистрационный знак отсутствует, номер рамы не установлен. 1130 рублей. Да, блин, ну сделайте 130 рублей цену, его заберут, блин, чем он будет гнить.
Ну да, это на базе Урала какого-то или чего-то сделано, судя по баку. Дальше идем. Это вот эти розовые эти ценники, это машины как запчасти продаются, то есть целиком покупаете, но на учет вы ее не поставите. Citroen 867 рублей, Santia, Ford 770 рублей, еще один Mondeo 861 рубль. Так, вот здесь еще стоит пару машин. Mazda MPV 2000 год 4200. На механике, кстати. С велюровым салоном. Нету ручки задней. Что еще тут? Ford Galaxy 2.3 бензин 2000 года 3800. Ну, тут надо, видимо, был удар какой-то, разбираться. Хотя подушки все целые. На автомате. Там вот какие-то запчасти в салоне есть. На литье. И Dodge Caravan. Пока на приемке из-под такси. На автомате. Вот такая вот есть тракторная техника 13 года. Белорус трактор 2022.5. 54 760. Не знаю я, сколько стоит новый. Вполне возможно, что не намного дороже. 35-22 14 года стоит 135 тысяч. Вот такой вот Амкадор. Мехлопата, блин. 2012 года 342 S4, 44 928. Блин, сколько тут железа. Сколько тут железа, ребята. И вот такой вот Беларусь 920 14 года 10 357. Что-то на один бок он. Прицеп, видимо, как запчасти продаются. 364 рубля, да. Иш, мотоцикл с коляской. Их планета 88 года 326 рублей. Хорс 541 рубль 14 года. Кавасаки Ниндзя ZX90 2000 года 4579. Очень популярная, кстати, модель мотоциклистов в силу своей как бы цены в первую очередь. Но не знаю, я в мототехнике не силен, то есть 4500 это 2000, даже меньше, 2000 долларов. Ну это, наверное, рыночная цена у них такая примерно. Ну хотя на вид как бы, на вид целый такой, не видно, чтобы он там был с какими-то повреждениями или что-то такое. Обвес вот этот весь целый. Девятьсот кубиков, ребята. То есть поливать будет он очень хорошо. Дальше. Зонджен. 559 рублей скутер. Альфа 516 рублей. Ну, Зонджен этот, кстати, тоже такой еще более-менее целый. Тут что-то непонятное. Это хранение, по-моему. Рига, ребята, 246 рублей, мопед Рига. Да, это раритет, где-то у кого-то в сарайчике стоял, прикольный. Корс, модель 252, 648 рублей. Там вот этот вот на хранении, ЗИД какой, что за ЗИД, не знаю. На хранении написано. И этот Минск тоже походу на хранении. Ну что, дорогие друзья, вот собственно говоря и весь обзор минской стоянки автоконфиската. Машины есть на любой вкус и цвет. Цены
Ну, как всегда, скажем так, цены такие, может, где-то нормальные, где-то не очень. Ну, в любом случае, само собой, выбор за вами. Спасибо, что смотрели. С вами был просто Дима. И пока-пока.